Зона. У каждого тут имеется своя причина находиться здесь. Меня зовут Хемуль. Я прибыл в зону для заработка. Хотелось по-легкому разжиться и вернуться обратно. И что мне, дураку, не все делать в обычном мире? Однако здесь все не так просто, как кажется. Мне предложили контракт. Обещали хорошо заплатить. И вот к чему это привело. Добрый день, дорогие друзья, это канал Крамер Гейм, и я продолжаю проходить мод «Тайный путь». Итак, ребят, мы наконец-то прибыли на ЧС со всеми нашими бравыми ребятушками. Гляньте тут, кто стоит. Артемка, да, молодец, он нам дал снаряжение. Гляньте, какая-то пушечка крутая. Что это такое за пушка вообще, ребят, давайте посмотрим. М16А3. Что ж, у нас задание какое, ребят? Группа передвижения атакующих групп. Группа военных, долго военных сталкеров. И поговорить с призрачным, да? Еще нужно узнать, что случилось с Динкой. Погнали, ребят, в атаку. Вот так вот, в принципе, тут какой-то вообще эпик происходит на честь. Не знаю, посмотрим сейчас. Включим худ, конечно же, включим. Так, мертвый какой-то чувак лежит. Не будем ничего подбирать, потому что, ребят, тут война идет. Тут война просто какая-то. Атака злых, ё-моё, монолитовцев или кого тут. Очень плохо, народ, когда свой же чувак убивает тебя в спину, да? Это вообще не круто. Ребят, чисто по приборам ориентируемся, потому что тут, к сожалению, нет перемотки времени в моде. И будет напряжно немного. Но что делать? Это придает немного такой, как сказать, атмосферности, более хаоса, что ли, какого-то. То, что мы ночью воюем, погнали просто куда-то на ЧС с чуваками. Со всеми. Да ты что делаешь-то? Тут просто, ребят, какая-то крашево идет. Я не знаю, как это еще обозвать. Чисто по приборам. Да, чувак, тут все очень плохо. Все просто абсолютно плохо. Я не знаю, ребят, кто кого валит. Может, ты подцепил заразу какую-то. Ё-моё, куда бежать-то вообще? Кругом трупы, черт. Где хоть кто есть-то? Ребят, просто кругом выстрел. Я, конечно, попытаюсь все выкрутить, чтобы яркость была побольше. Кто стреляет-то, воюет-то, ёлки-палки. Вообще сволочи. Черт, тут просто с вертолета хреначит их. Ну дела. Отлично, ребят. Хорошо, прям приложили. Ребятушка. Валят. Только я не понимаю, куда стрелять, тут темно, ребят. Давайте вот так обратно пойдем. Так, ну вроде все, ребятушки тут положили всех, да? Мужики, давайте. Бой, в атаку. Так, это свой, его не будем трогать. Дырку пролезем, может тут кто есть. В каком-нибудь встретим тушкана, не знаю, какого-нибудь монолитовца или кого там. Неизвестную группировку. Ну где кто? Я готов к атаке, ребят. Готов как никогда. Нам, кстати, дали очень прикольный экзоскелет. Я сейчас на себя нацепил 70 килограмм. Ну да ладно, погнали. Оба-на, кто-то валит. Нет, это свои ребятушки прут. Так, ребят, я что-то заметил там вдалеке. Нет, мертвый уже лежит. Гляньте, тут какой-то прям вообще раскладовка какая-то. Давай, умирай. Может быть, патроны подобрать с него. Так, ребят, небольшое шаманство. Вот такое вот. Чуваки, где кого убивать? Ну, ребят, эпик прям хорошенький такой. Но все темно. Прибор ночного видения нет. Я жму N. Ничего нету. Мужики, давайте в атаку. Ребят, я не спешу, потому что мало ли. Пусть все-таки. Так, это кто? Друзья, враги. Желтые. Говорите. Это не враги, это друзья. Не нужно их убивать. Кого, мужики? Я все-таки с вами, но мне тоже охота кого-то поубивать все-таки. Ребят, просто я иду, и всех тут валят. Да я вот даже не знаю. Вон он, чувак какой-то, может. Да елки-палки, патроны кончились. Давай ты уже, давай. Положили, отлично. Хоть одного положили. Где кто? Еще одного положил. Отлично, ребят. Отлично, идем. Мне прям интересно, что будет в конце игры. В конце мода. Да черт, ё-моё. Подожди, мужик, перезарядка. Посмотрим на анимацию перезарядки. РПГшка, ничего себе, чуть не приложил ребятушек наших. Ты где там, спрятался, что ли, за бочкой? Может, и подцепил, прям в такой момент не нужно. Я подцепил, заразу. Ах, чувак, там кто-то стреляет, подожди. А, нет, вертолетчик, хорошо.
Гранатометы, мужик. Просто, ребят, эпик, валево и уничтожение людей. Как это творится, это по-другому не назвать. Может, ты подцепил, мужик. Идем, идем, идем. Я просто в какой-то радиационный фон, чуваки, встал. Так, где кто? Оба! Оба! Чувак, это полное, да, я согласен с тобой. То, что тут такое происходит, это нельзя назвать нормальным. Но это война, это крутая война, когда просто все прут, все, просто все прут. Объединились, чтобы им надрать задницы этим чувакам. Чуваки, наступило утро, и тут вроде всех положили, да. И что, нужно поговорить с кем? С призрачным вроде? Вроде все чуваки тут, не знаю, по-моему, один отряд там, командир какой-то умер. Ну да ладно. Так, что, идем. Чуваки, это кто? Тут просто, ребят, все какая-то реально бойня была, но это очень круто. Так, поговори с призрачным, погнали. Призрачный, ну что? Ну вроде всех уничтожили. Что дальше, мужик? Да, жаль, потеряли столько бойцов. И бойца долго Миху, которого убили с гаусс-пушки, ясно. Так что там? Что дальше? Миху убили, жалко. Ладно, сейчас скоро прилетит наш вертолет, и мы полетим на генераторы. А сейчас можешь доделать свои дела. Ты вроде искал стрюка. Нашел ли ты его? Нет, не нашел. Ты это, сходи в саркофаг. Тот, что под АЭС. Может, там его найдешь. Если найдешь, то возвращайся сюда. Вертолет к тому времени должен будет быть уже тут. Ну ладно, посмотрим. Ребят, погнали. Нормально, так прошли. Ну, конечно, бойня была вообще жесткая. Итак, друзья, мы в саркофаге, я надеюсь, больше сюрпризов с прохождением не будет. Погнали, нужно найти стрелка. Тут наверняка будет какой-нибудь махч такой нехилый, друзья. Ах, черт, прибор ночного видения так и не работает. А с чего ему заработать, если он не работал раньше, да? Ты обретешь. Да, я обрету то, что заслуживаю, мужик. Конечно, я обрету то, что заслуживаю. Тихо. Я вашего брата повалил в Припяти, не знаю. Суммарно 1003, наверное, в прошлом выпуске. Ребята, реально это жесть какая-то была. В прошлом выпуске мучился прям нехило так. Давай, давай, подцепил он, заразу. Твоя цель здесь. Я вижу твое желание. Может, и подцепил. Давайте потрошках немного подберем. Потому что... Что бы ему отдать-то? Кстати, а гаусс-пушка у нас насколько, ребят, прокачана? А гаусс-пушка у нас не прокачана. Гаусс-пушка у нас полная ерунда. Может, и подспел, мужик. Давайте возьмем ямочку. Завершен, человек. Иди ко мне. Хорошо, ребят, положили. Может, и подцепил. Подождите, ребят, дайте-ка я возьму пулеметик свой и буду их раскладывать немного по этому. Поувереннее, что ли, сказать, как бы. Вот так вот, и отлично. Да, моя цель здесь. Может, и подцепил, ребят. Тут столько заразы вводится вообще. Так, давайте проверим тайники. Ничего туда нет, не поместили что-нибудь новенького? Патрошки, аптечка, нормально. Может быть, чувак. Я подцепил перевес. Вот что я подцепил. Выбросить. Нам пушка пока что не нужна. Ты, ё-моё, как же страшно-то, ё-моё. Чуваки, идем дальше. Не, нормалек, так очень эпичный и очень крутой был бой наверху. Так, это что, экзоскелет? А мой экзоскелет, чувак, может, покруче будет. Заразу какую-то. Может, и подцепил. Подожди, давай аптечку схаваем. Пришло время. Я вижу твое желание. Я вижу твое желание. Давай, все берем. Перевес. Гранат поменьше выкинем. Это нам уже может, тоже не нужно. Может, чуваки, да ладно, что тут еще перевес-то я... Набрал. А, ну, наверное. А, шут с ними, патронов хватает пока что. Погнали наверх. Надо пройти уже. ЧС. Раскашивайся, бедный. Хорош тебе. Что заслуживаешь. Чехоточник какой-то, чуваки. Ну что, теперь воевать. Черт, заклинивай, ё-моё. Это вообще не круто. Конечно, ремонтировать нету. Там какой-то чувак встречался, ребят, когда мы были в Припяти. Но там, знаете, где он был? Где призрачный, где еще подвал базы Монолита. Там, где в оригинале Харон стоит. Вот, там стоял какой-то техник. Он мог улучшать оружие. А все-таки ремонтировать я не смог найти такого чувака. Поэтому как-то мы ходим немного с пушкой, которая...
Да, подозносилась, ну что поделать. Давай умри уже, мужик. Мужик, давай. Да ёлки-палки. Просто на мозг, ребят, капает вот это все. Хотя можно было немного тут звук поменять, чтобы вообще зло такое было. Все-таки замут такой нехиленький. Но неохота узнать, что это за хозяева. Ты че тут прилетел мне, а? Раскидался своей ерундой. И пошел такой с гордой походкой. Спиной ко мне обернулся, да? Иди ко мне. Сейчас приду я к тебе. И ты не обрадуешься этому, мужик. Будет тебе очень плохо. Может, подцепил. Может, и подцепил. Чуваки, да ладно тебе. Еще тут много ребятушек, да? Я так понимаю. Которых нужно просто, ребят, прикончить. Ничего себе, у тебя пушка какая. Что это было такое? Гром. Понятно. Вознагражден будет только один. Один. Пулеметик, давай, работай, родной. Чтоб тебя, там еще какой-то клещ завелся. Нормально, хорошо, ребят. Патронов пока что вроде не пиво. Должно хватить на каждого петушка, который тут бегает. Иди ко мне. Стой, мужик. Вот так вот. Может, подцепил заразу. Черт, может он подцепил, ребят, заразу какую-то. Вот реально какая-то жесть. Чувака, который каждый раз говорит, это что-то, по-моему, не то. Творится с ним. Будет только один. Даже подбирать не буду, ребят, ничего, вот не надо. Давайте вот зачистим, сперва пройдем по периметру, а потом уже полезем наверх, потому что мне сюрпризы не нужны какие-нибудь там в виде пришлого такого монолитовца или кого там. Давай ты, Иван, мужик, я понял тебя. Кстати, очень жалко, что у меня уже немного подозносился экзоскелет. Ну, в принципе, можно подобрать тот экзоскелет. Я не знаю, ребят, нужно ли, не нужно. В принципе, я подберу потом его, когда пойду уже, наверное, обратно. Если представится такая возможность. Потому что я когда был на кордоне, когда мы встретили Александру, он прям такой быстро взял нас за руку и потащил, да, в лесную чащу. Это было немного как-то неожиданно. И твой это нужно учитывать, делать сохраночки и так далее на такие важные случаи. Может, ты подцепил какую-нибудь заразу, я. Может, подцепил заразу. Да. Твою мать, ты чё я подобрал? А какого хрена? Он вообще хреновый. Ребят, ну это ладно тебе, хорош. Так, я вижу какого-то желтого чувака, но мне кажется, он находится где-то... Дверь закодирована. Да ладно. И ещё скажи мне, что нужно было декодер какой-нибудь взять. Итак, друзья, я возле монолита, и гляньте, кого я тут встретил. Какого чувака? Оба-на, молится с тревог, ё-моё, что ж ты делаешь-то? Где я? Кто здесь? Ах, как хреново. Эй, сталкер, очнись. Ты случаем не стрелок? Фух, уже лучше. Да, стрелок я. А ты кто такой? Я Хемуль. Мне дал задание доктор, чтобы я нашел тебя. Он говорил, что ты где-то на севере зоны. А, оказывается, так и есть. Доктор, а где он сейчас находится? Я помню, как я нашел своего брата и дал ему телепорт. Потом следопыт был ранен, и мне нужно было бежать от большого выброса. Ничего себе история. Так, ладно. Доктор сейчас находится на болотах. Вижу, тебе немного хреново. А, может, к военным на вертолет сядешь и полетишь? Нет, я уж сам как-нибудь выберусь отсюда. Ты можешь идти. И спасибо, что смог меня пробудить. А то бы я тут вечно был в трансе. Да ладно, не за что. Все, я пошел. Мне нужно военным сталкерам помочь. Может, подцепил заразу какую-то. Задание выполнено, ребят. Человек-легенда. А новый путь-то где? Ё-моё, новый путь. Давайте сверимся. Узнать, что случилось с Динкой. Ну, ребят, давайте сейчас я попробую чисто сохраниться и подойду к монолиту. Ну что, проверим, что будет-то, какая концовочка. Ну, конечно, наверное, меня завалит куча, ребят, металлолома, да? Я, может, подумал, мало ли что... Богатство. Богатство ему дай. Я, может, подумал что-нибудь новенькое. Ну да ладно, ребят, проехали. Итак, друзья, я выбросил на поверхность тем же путем, что, собственно, и пришел. Я, к сожалению, посмотрел на экзоскелет обычных сталкеров, и в нем нельзя бегать, поэтому я даже брать-то не стал. Поэтому идем к призрачному, да? А, нашел я стрелка. В трансе он был там. Радиации, конечно, сильно фанило. Это хорошо, вертолет уже идет. Ну пошли. Хотел сказать, пошли, мужик, ну да ладно. Ребят, мы сейчас на генераторах, и что нам нужно-то? Наверное, в какую-то лабораторию подземной.
Призрачный, мы на генераторах. Теперь слушай сюда. Тут находится главная база хозяев. Нам нужно ее захватить. Когда выдвигаемся, мужик? Идем сейчас. Да, вот тебе снаряга. Она тебе пригодится. Пошли. Что дал-то нам? Ух ты, ёлки-палки, мужик. Да ладно, ты мне авапу дал. Ребят, хорошо. Опусти оружие. Ты дурной, что ли? Мы идем в атаку. Мужики уже поперли. Я тебе советую, мужик, тоже идти. Что было как-то все, не знаю. Получше там помогал бы. Помогал бы, ё-моё, это Артемка бежит. А далеко нам, ребят, бежать-то до генераторов? Ну, мне кажется, все это, ребят, уже скоро конец. Лаборатория, наверное, конец будет. Посмотрим, что тут будет. Тебе чего, сталкер? Да и пошли уже, я за вами бегу, мужики. Твою мать, куда я вышел, ребят? Подождите-ка. А кабанчики, по-моему, домашние, да? Не трогают никого. Может, мы через них пройдем? И не будем их трогать? Хорошо, да, так и прошли. Мужик, кабанчик, ладно. Ребят, там, короче, просто, наверное, баг был в крипте. Пришлось немного залезть в игру, чтобы мутанты на нас не агрились. И, наверное, в связи с этим связано все. Ну да ладно, поэтому кабанчик нас не убивает. Ладно, там, короче, ну вообще, по мере прохождения игры встречались мутанты. Это, допустим, в X15, там какие-то вот эти, не лягушки, а хрен знает, пойми что, вообще вот эти серенькие какие-то бегали. Потом еще тушканы на АТП. И, конечно же, бюреры в Припяти, которые вообще просто... Которых ты не убиваешь, их убивает... Ты лезь тоже к своей задницу встал. Убивает другие NPC и вылет. И, ребят, это вообще не круто. Так, подождите, кого стрелять-то? Подождите, подождите. Нельзя так начинать. Ни хрена тебе, у тебя халат-то какой, мужик. Ты прям в халатике бегаешь. Чуваки, это просто скины из этого, из Half-Life. Нормально. Одни меньше. Ты, гаврик, давай, умирай уже. Это вход. Чуваки, сейчас всех повалим, положим. Да, я решил найти себе ровню. Чувак, как в экзоскелете. Они пусть валятся другими. Валят других. Конечно, немного это неудобно, то что костюм подозносился, ё-моё, ребят. Ты, черт, откуда ты взялся? Я ожидал, что он куда-то туда ушел, но не то, чтобы за кустом был. Псевдо-гигант, отлично, ребят. А то бы сейчас тут хаос был. Ну что, куда побежал, дружок? Двинули, ребят. Там еще вроде кого-то валит. Что-то такое происходит, да? Какой-то остался наверняка один. Ты в кого стреляешь? Давайте призрачно поможем, вот на кого он агрится. Мужик, кто? Кто там остался? Все, поговори с призрачным. Может, ты отойдешь куда-нибудь или... Пошли, да, мужик, наверное. И тебе привет. Ребят, вот такие у нас стали дружественные мутанты. А, привет. Все, база наша. Что теперь, ё-моё? Так, здесь должна находиться лаборатория под названием Сектор 13. Серега попытался открыть дверь, но не получилось. Сказал, что нужен специальный прибор под названием декодер. А где его найти-то? Да вот я и сам не знаю. Еще поразмыслю, как ее открыть. Ладно. Призрак, Хемуль, приди ко мне, я здесь, в деревне, на генераторах. Ребят, где? Деревушка. А деревушка у нас плотно вроде, да? Ну что, погнали, посмотрим на призрака. Итак, друзья, мы в деревне, собственно, как я и думал. Мутанты нам друзья. Ну да ладно, отлично, мы все-таки уже немало так прошли. Они нас знают. И тут персонаж новый, да? Призрак, или кто? Живой, живее всех живых, родной. Привет, Хемуль. Вот мы и встретились. Тебе обо мне, наверное, рассказывал доктор. Я призрак. Привет. Да, док упоминал о тебе. Говорил, что ты на задании. Да, кстати, я смог все-таки найти стрелка. Да, я знаю. Он мне уже сообщил. Я позвал тебя, чтобы отблагодарить тебя за то, что смог найти стрелка. И за это я дам тебе редкий артефакт. Держи. Артефакт легенда. Вот спасибо, мужик. Да не за что. Если тебе нужна будет помощь, то помогу, чем смогу. Да, есть такое. Я своими сталкерами прорывался сюда, и теперь мы в тупике. Нам нужно попасть в некую... лабораторию под названием Сектор 13. Но чтобы попасть, нужен один прибор. Под названием декодер. Повезло тебе, Хемуль. Декодер как раз при мне. Забирай. Но верни мне его потом. Хорошо, ребят. Вообще отлично, хорошо. Так, посмотрим, что за артефакт он нам дал, во-первых. Артефакт легенда. Это, ребят, подождите. Давайте-ка.
Что нам дает глянь? Здоровье плюс 300. Выносливость 182. Радиация минус. Это вообще... Самый редкий артефакт в зоне. Артефакт образовался в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в то же время. И в тот же момент раскололся на несколько частей. Считается, что его не существует. В целом положительно влияет на иммунитет человека. Шикарно. Так, и декодер, ребят. Декодер, он нам дал счетчик Гейгера. Нечто вроде мощной электронной отмычки. Похоже, что она создавалась с целью взломать какой-то специфический электронный замок. Как ни странно, конструкция не подразумевает универсальности. Оно создавалось для конкретного замка и не способного взломать какие-либо другие коды. Что ж, ребят, отлично, как сейчас складывается. Давайте по заданию. Ага, ага. Ну все, спуститься в сектор 13. Итак, ребят, погнали уже в сектор 13. А вроде я подошел, тут потыркал, ё-мо, и декодером дверь открылась. Узнать, что там, и помешать тем, кто что? Узнать, что там, и помешать тем, кто создал группировку хозяева зоны. Поговори с призрачным. Война идет. Продолжение, ребят, войн. Вау, подождите, а чё ты как так прошел-то? Тихо. Мужик, тихо. Ох, ребят, война! Тихо, давай голову подставляй сюда. Черт, там этот еще летает, полтергейст за нами. Вон он, гаденыш. Так, рвасос, иди-ка сюда. Нормально, ребят. Валим. Уничтожаем. Караем. Ты кто такой? Хорошо прилетел, да, мужику? Да откуда вы беретесь? Вы что там, плодитесь, что ли, прям на месте? Так, ребят, 26 человек и нас всего лишь тут несколько. Но я думаю, заварушка такая нехиленько. Ладно, пойдем мы сейчас, пожалуйста, по дороге мы пойдем. Но вместе с чуваком, с Артемом, да, вроде его зовут. О, чуть своего не убил, извини, мужик, вообще извини, я не ожидал. Ты сам виноват? Вообще какая-то, ребят, трешанин. Еще Линкин Парк включили. И вообще полный жесть. Так. Прям какие трансформеры прут, да? Нормально. Ё-моё, куда теперь? Куда? Тут, походу, тупик. Нужно идти куда-то вниз там. Вроде бы. Чуваки. А ты кто, не покойник думаешь? Думаешь, все будет очень хорошо? Нет, мужик, я знаю, что сейчас тебя привожу. Ребят, прикиньте, бегал я, и смотрите, кого нашел, вон та желтенькая точка. Погнали, быстрее, поговорим с этим человеком. Где? Не здесь, Динка, ё-моё, привет. Эй, что с тобой, ты в порядке? Ну, вроде все нормально, я думаю, они меня прикончат. Все, можешь об этом не думать, надо выбираться отсюда. Поговорим на базе военсталкеров. Судьба Динки, задание выполнено, ребят. Ну что ж, мы спасли нашу бабоньку Динку. Теперь что, нужно помочь мужикам, погнали. Ребят, как я понял, нам нужно в шахту лифта и забраться на третий этаж. Погнали, и мы посмотрим, это кто это такой лежит. Юрик Нудный. А это кто тут? Воу, тихо. Ничего себе, тушканчик прилетел какой, да? Ему страшно-то какой, ладно. Нам, наверное, на третий этаж нужно. Потому что другие двери забаррикадированы. Давай, ты уже мужик. Отлично, третий этаж, ребят. И, наверное, в ту тайную комнату нужно. Глянь, тут ребятушку уже положили. Ничего себе, ты бронетанк какой. Данька, чувак. Мастер прям какой-то. А нам-то куда, ребят? Нам, наверное, наверх. Ну давай. Доктор Кляйнер, что, тебя приложили? А, профессор Громов, ребят, подождите, мы пока что не будем читать, я хочу побегать, посмотреть. Я уверен, что если я возьму ПДА, то там что-то запиликает или что-нибудь, концовочка. Ах ты, ни хрена себе! А ты кто? Думаешь, ты не такой? Так, ребят, погнали, ладно. Сперва я к этому, к Кляйнеру или кого-нибудь сходим. Ну, вы поняли, да, почему я так зову? Кто играл в Half-Life. Так. Хотя, может, не Кляйнер, ладно, пофигу. А, ПДА Громова. В этом ПДА содержится информация об экспериментах. Ну, вроде все взял, да? Теперь погнали флешечку возьмем. Я надеюсь, тут больше ничего не нужно. Да чертов полтергейст, я, мы как его не убил вообще? Револьвер у него. И флешка с информацией о группировке хозяева зоны. С
важная информация, которая понадобится, говорю, военсталкеров. Вох, ничего себе! Призрачный Хемоль, если нашел инфу, то выбирайся из сектора 13. Вертолет прилетел. Поговорим на выходе. Мужики, погнали. На выход. Прям что тут? Сейчас быстренько, живенько мы выберемся. Так, нам нужно вот сюда. Потом вот... Вот сюда, потом вот сюда. Погнали. Сейчас, ребят, выберемся очень быстро. Динку спасли. Нашли документы, нашли флешку. Нормально. Сектор 13, ребят, пройден. Ну, а, я помню, книга была тоже сектор 13. Что? Поговорим на выходе. До встречи, мужик. На выходе поговорим. Итак, друзья, мы выбрались из сектора 13. Что ж, погнали поговорим с призрачным. Наверное, уже финал скоро. Боже мля, что это была за тварь? Она убила Серегу. Вертолет готов к отлету. Надо сваливать отсюда. Ничего не находил в лаборатории. Вот, держи, тут ПДА и флешка с важной информацией. Там дальше сами разберетесь. Динку уже я спас. Так, потерян предмет флешка, потерян предмет ПДА Громова. Ладно, посмотрю на базе. Динка в вертолете ждет тебя. Да, кстати, спасибо тебе большое за то, что помогал моей группировке военсталкерам. Держи, тут 300 штук. Хватит тебе, чтобы купить себе нормальную снарягу. Вот, спасибо вам большое. Да ладно, ты это заслужил. Ну что, пора отправляться на базу. Ну тогда отправляемся. Операция «Штурм» прошла успешно. И было полностью покончено с группировкой хозяева зоны. Хемуля и Динку привезли в бар под названием «Шти», и там они познакомились поближе. А группировка «Военные сталкеры» начала заниматься поиском артефактов и изучением зоны. Но однажды на ихнюю базу напали мутанты, и им пришлось стать обычными сталкерами и помогать ученым. The End. Ну что ж, ребят, вот такая вот концовочка у нас. Не знаю, по-моему, нормально, да? Порадовал меня вот замут вообще, начиная с Чернобыльской АЭС, саркофагом и далее. На генераторах в лаборатории вообще очень круто было, ребят. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто со мной был. Все это прохождение, ребят, вы очень крутые, прям вообще порадовало. И до новых встреч, встретимся уже, наверное, на прохождении новых модов, не знаю, что сейчас что-нибудь новенькое выйдет, пройду или что-нибудь продолжу проходить старое. Всем пока, ребят. Зона. У каждого тут имеется своя причина находиться здесь. Меня зовут Хемоль. Я прибыл в зону для заработка. Хотелось по-легкому разжиться и вернуться обратно. И что мне, дураку, не сиделось в обычном мире? Однако здесь все не так просто, как кажется. Мне предложили контракт. Обещали хорошо заплатить. И вот к чему это привело. Добрый день, дорогие друзья, это канал Крамер Гейм, и я продолжаю проходить мод «Тайный путь». Итак, ребят, мы наконец-то прибыли на ЧС со всеми нашими бравыми ребятушками. Гляньте тут, кто стоит. Артемка, да, молодец, он нам дал снаряжение. Гляньте, какая-то пушечка крутая. Что это такое за пушка вообще, ребят, давайте посмотрим. М16А3. Что ж, у нас задание какое, ребят? Группа передвижения, атакующая группа, группа военных, долго, военных сталкеров, и поговорить с призрачным, да? Еще нужно узнать, что случилось с Динкой. Погнали, ребят, в атаку. Вот так вот, в принципе, тут какой-то вообще эпик происходит на честь. Не знаю, посмотрим сейчас. Включим худ, конечно же, включим. Так, мертвый какой-то чувак лежит. Не будем ничего подбирать, потому что, ребят, тут война идет, тут война просто какая-то. Атака, атака злых, ё-моё, монолитовцев или кого тут. Очень, очень плохо, народ, когда свой же чувак убивает тебя в спину, да? Это вообще не круто. Ребят, чисто по приборам ориентируемся, потому что тут, к сожалению, нет перемотки времени в моде. И будет напряжно немного. Но что делать? Это придает немного такой, как сказать, атмосферности, более хаоса, что ли, какого-то. То, что мы ночью воюем, погнали просто куда-то на ЧС с чуваками. Со всеми. Да ты что делаешь-то? Тут просто, ребят, какая-то крашево идет. Я не знаю, как это еще обозвать. Чисто по приборам. Да, чувак, тут все очень плохо. Все просто абсолютно плохо. Я не знаю, ребят, кто кого валит. Может, ты подцепил заразу какую-то. Ё-моё, куда бежать-то вообще? Кругом трупы, черт. Где хоть кто есть-то? Ребят, просто кругом выстрел. Я, конечно, попытаюсь все выкрутить, чтобы яркость была побольше. Кто с
стреляет, воюет, ты ёлки-палки. Вообще сволочи. Черт, тут просто с вертолета хреначит их. Ну дела. Отлично, ребят. Хорошо, прям приложили. Ребятушка. Валят. Только я не понимаю, куда стрелять, тут темно, ребят. Давайте вот так обратно пойдем. Так, ну вроде все, ребятушки тут положили всех, да? Мужики, давайте, давайте, давайте. Бой, в атаку. Так, это свой, его не будем трогать. В дырку пролезем, может тут кто есть. В каком встретим. Тушка она, не знаю, какого-нибудь монолитовца или кого там. Неизвестную группировку. Ну где кто? Я готов к атаке, ребят. Готов как никогда. Нам, кстати, дали очень прикольный экзоскелет. Я сейчас на себя нацепил 70 килограмм. Ну да ладно, погнали. Оба-на, кто-то валит. Нет, это свои ребятушки прут. Так, ребят, я что-то заметил там вдалеке. Нет, мертвый уже лежит. Гляньте, тут какой-то прям вообще раскладовка какая-то. Давай, давай, умирай. Может быть, патроны подобрать с него. Так, ребят, небольшое шаманство. Вот такое вот. Чуваки, 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 где кого убивать? Ну, ребят, эпик прям хорошенький такой. Но все темно. Прибор ночного видения нет, я жму N. Ничего нету. Мужики, давайте, давайте, давайте в атаку. Ребят, я не спешу, потому что, мало ли, пусть все-таки... Так, это кто? Друзья, враги, желтые, говорите... Это не враги, это друзья. Не нужно их убивать. В кого, мужики? Я все-таки с вами, но мне тоже охота кого-то поубивать все-таки. Ребят, просто я иду, и всех тут валят. Да я вот даже не знаю. Вон он, чувак какой-то, может. Да елки-палки, патроны кончились. Давай ты уже, давай, 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 давай. Положили, отлично. Хоть одного положили. Где кто? Еще одного положил. Отлично, ребят. Отлично, идем. Мне прям интересно, что будет в конце игры. В конце мода. Ты черт, ё-моё. Подожди, мужик, перезарядка. Посмотрим на анимацию перезарядки. РПГшка, ничего себе, чуть не приложил. Ребятушек наших. Подумал, что-нибудь новенькое. Ну да ладно, ребят, проехали. Итак, друзья, я выбросил на поверхность тем же путем, что, собственно, и пришел. Я, к сожалению, посмотрел на экзоскелет обычных сталкеров, и в нем нельзя бегать. Поэтому я даже брать-то не стал. Поэтому идем к призрачному, да? А, нашел я стрелка. В трансе он был там. Радиации, конечно, сильно фанило. Это хорошо, вертолет уже идет. Ну пошли. Хотел сказать, пошли, мужик, ну да ладно. Ребят, мы сейчас на генераторах, и что нам нужно-то? Наверное, в какую-то лабораторию подземной. Призрачный, мы на генераторах, теперь слушай сюда. Тут находится главная база хозяев. Нам нужно ее захватить. Когда выдвигаемся, мужик? Идем сейчас. Да, вот тебе снаряга, она тебе пригодится. Пошли. Что дал-то нам? Ух ты, ёлки-палки, мужик. Да ладно, ты мне авапу дал. Ребят, хорошо. Опусти оружие. Ты дурной, что ли? Мы идем в атаку. Мужики уже поперли. Я тебе советую, мужик, тоже идти. Что было как-то все, не знаю. Получше там помогал бы. Помогал бы, ё-моё, это Артемка бежит. А далеко нам, ребят, бежать-то до генераторов? Ну, мне кажется, все это, ребят, уже скоро конец. Лаборатория, наверное, конец будет. Посмотрим, что тут будет. Тебе чего, сталкер? Да и пошли уже, я за вами бегу, мужики. Твою мать, куда я вышел, ребят? Подождите-ка. А кабанчики, по-моему, домашние, да? Не трогают никого. Может, мы через них пройдем? И не будем их трогать? Хорошо, да, так и прошли. Мужик, кабанчик, ладно. Ребят, там, короче, просто, наверное, баг был в крипте. Пришлось немного залезть в игру, чтобы мутанты на нас не агрились. И, наверное, в связи с этим связано все. Ну да ладно, поэтому кабанчик нас не убивает. Ладно, там, короче, ну вообще, по мере прохождения игры встречались мутанты. Это, допустим, в X15, там какие-то вот эти, не лягушки, а хрен знает, пойми что, вообще вот эти серенькие какие-то бегали. Потом еще тушканы на АТП. И, конечно же, бюреры в Припяти, которые вообще просто... Которых ты не убиваешь, их убивает... Ты лезь тоже к своей заднице встал. Убивает другие NPC и вылет. И, ребят, это вообще не круто. Так, подождите, кого стрелять-то? Подождите, подождите. Нельзя так начинать. Ни хрена тебе, у тебя халат-то какой, мужик. Ты прям в халатике бегаешь. Чуваки, это просто скины из этого, из Half-Life. Нормально. Одни меньше.
Ты, Гаврик, давай, умирай уже. Это вход. Чуваки, сейчас всех повалим, положим. Да, я решил найти себе ровню. Чувак, как в экзоскелете. Они пусть валятся другими, валят других. Конечно, немного это неудобно, то что костюм подозносился, ё-моё, ребят. Ты, черт, откуда ты взялся? Я ожидал, что он куда-то туда ушел, но не то, чтобы за кустом был. Псевдо-гигант, отлично, ребят, а то бы сейчас тут хаос был. Ну что, куда побежал, дружок? Двинули, ребят. Там еще вроде кого-то валит, что-то такое происходит, да? Какой-то остался наверняка один. Ты в кого стреляешь? Давайте призрачным поможем, вот на кого он агрится. Мужик, кто? Кто там остался? Все, поговори с призрачным. Может, ты отойдешь куда-нибудь или... Пошли, да, мужик, наверное. И тебе привет. Ребята, вот такие у нас стали дружественные мутанты. А, привет. Все, база наша. Что теперь, ё-моё? Так, здесь должна находиться лаборатория под названием Сектор 13. Серега попытался открыть дверь, но не получилось. Сказал, что нужен специальный прибор под названием декодер. А где его найти-то? Да вот я и сам не знаю. Еще поразмыслю, как ее открыть. Ладно. Призрак, Хемуль, приди ко мне, я здесь, в деревне, на генераторах. Ребят, где? Деревушка. А деревушка у нас плотно вроде, да? Ну что, погнали, посмотрим на призрака. Итак, друзья, мы в деревне, собственно, как я и думал. Мутанты нам друзья. Ну да ладно, отлично, мы все-таки уже немало так прошли. Они нас знают. И тут персонаж новый, да? Призрак, или кто? Живой, живее всех живых, родной. Привет, Хемуль. Вот мы и встретились. Тебе обо мне, наверное, рассказывал доктор. Я призрак. Привет. Да, док упоминал о тебе. Говорил, что ты на задании. Да, кстати, я смог все-таки найти стрелка. Да, я знаю. Он мне уже сообщил. Я позвал тебя, чтобы отблагодарить тебя за то, что смог найти стрелка. И за это я дам тебе редкий артефакт. Держи. Ты где там спрятался, что ли, за бочкой? Может, ты подцепил, прям в такой момент ненужный. Я подцепил, заразу. Ах, чувак, там кто-то стреляет, подожди. А, нет, вертолетчик. Хорошо. Гранатометы, мужик. Просто, ребят, эпик, валево. И уничтожение людей. Какое-то тут творится, это по-другому не назвать. Может, ты подцепил, мужик. Идем, идем, идем. Я просто в какой-то радиационный фон, чуваки, встал. Так, где кто? Оба! Оба! Чувак, это полное, да, я согласен с тобой. То, что тут такое происходит, это нельзя назвать нормальным. Но это война, это крутая война, когда просто все прут, все, просто все прут. Объединились, чтобы надрать задницы этим чувакам. Чуваки, наступило утро, и тут вроде всех положили, да. И что, нужно поговорить с кем? С призрачным вроде? Вроде все чуваки тут. Не знаю, по-моему, один отряд там, командир какой-то умер. Ну да ладно. Думаю, так, что, идем. Чуваки, это кто? Тут просто, ребят, все какая-то... Реально бойня была, но это очень круто. Так, поговори с призрачным, погнали. Призрачный, ну что? А-а-а, ну вроде всех уничтожили. Что дальше, мужик? Да, жаль, потеряли столько бойцов. И бойца долго Миху, которого убили с гаусс-пушки, ясно. Так что там? Что дальше? Их убили, жалко. Ладно, сейчас скоро прилетит наш вертолет, и мы полетим на генераторы. А сейчас можешь доделать свои дела. Ты вроде искал стрелка. Нашел ли ты его? Нет, не нашел. Ты это, сходи в саркофаг. Тот, что под АЭС. Может, там его найдешь. Если найдешь, то возвращайся сюда. Вертолет к тому времени должен будет быть уже тут. Ну ладно, посмотрим. Ребят, погнали. Нормально, так прошли. Ну, конечно, бойня была вообще жесткая. Итак, друзья, мы в саркофаге, я надеюсь, больше сюрпризов с прохождением не будет. Погнали, нужно найти стрелка. Тут наверняка будет какой-нибудь махч такой нехилый, друзья. Ах, черт, прибор ночного видения так и не работает. А с чего ему заработать, если он не работал раньше, да? Ты обретешь. Да, я обрету то, что заслуживаю, мужик. Конечно, я обрету то, что заслуживаю. Тихо. Я вашего брата повалил в Припяти, не знаю. Суммарно 1003, наверное, в прошлом выпуске. Ребята, реально это жесть какая-то была. В прошлом выпуске мучился прям нехило так. Давай, давай, подцепил он, заразу. Твоя цель здесь. Я вижу твое желание. Может, и подцепил. Давайте в потрошках немного подберем. Потому что...
Что бы ему отдать-то? Кстати, а гаусс-пушка у нас насколько, ребят, прокачана? Гаусс-пушка у нас не прокачана. Гаусс-пушка у нас полная ерунда. Может, и поспел, мужик. Давайте возьмем ямочку. Завершен, человек. Иди ко мне. Хорошо, ребят, положили. Подцепил заразу какую-то. Может, и подцепил. Подождите, ребят, дайте-ка я возьму пулеметик свой и буду их раскладывать немного по это... поувереннее, что ли, сказать, как бы. Вот так вот, и отлично. Да, моя цель здесь. Может, и подцепил, ребят. Тут столько заразы вводится вообще. Так, давайте проверим тайники. Ничего туда нет, не поместили что-нибудь новенького. Патрошки, аптечка, может, нормально. Может быть, чувак. Я подцепил перевес. Вот что я подцепил. Может, выбросить. Нам пушка пока что не нужна. Ты ё-моё, как же страшно-то, ё-моё. Чуваки, идем дальше. Не, нормалек, так очень может, эпичный и очень крутой был бой наверху. Так, это что, экзоскелет? А мой экзоскелет, чувак, может, покруче будет. Может, и подцепил. Подожди, давай аптечку схаваем. Пришло время. Я вижу твое желание. Я вижу твое желание. Давай, все берем. Перевес. Гранат поменьше выкинем. Это нам уже может, тоже не нужно. Может, чуваки, да ладно, что тут еще перевес-то я набрал. А, ну, наверное. А, шут с ними, патронов может, хватает пока что. Погнали наверх. Надо пройти уже. Иди ЧС. Ко мне. Раскашивайся, бедный. Хорош тебе. Что заслуживаешь. Чехоточник какой-то, чуваки. Ну что, теперь воевать. Черт, заклиниваю, ё-моё. Это вообще не круто. Ну, конечно, ремонтировать нету. Там какой-то чувак встречался, ребят, когда мы были в Припяти. Но там, знаете, где он был? Где призрачный, где еще подвал базы Монолита, там, где в оригинале Харон стоит. Вот, там стоял может, какой-то техник, он мог улучшать оружие. А все-таки ремонтировать я не смог найти может, такого чувака. Поэтому как-то мы ходим немного с пушкой, которая, может, да, подозносилась. Ну что поделать. Давай умри уже, мужик. Мужик, давай. Это ёлки-палки. Просто на мозг, ребят, капает вот это все. Хотя можно было немного тут звук поменять, чтобы вообще зло такое было. Все-таки замут такой нехиленький. Но неохота узнать, что это за хозяева. Ты че тут прилетел мне, а? Раскидался своей ерундой. И пошел такой с гордой походкой. Спиной ко мне обернулся, да? Сейчас приду я к тебе. И ты не обрадуешься этому, мужик. Будет тебе очень плохо. Может, подцепил. Может, и подцепил. Чуваки, да ладно тебе. Еще тут много ребятушек, да? Я так понимаю. Которых нужно просто, ребят, прикончить. Ничего себе, у тебя пушка какая. Что это было такое? Гром. Понятно. Вознагражден будет только один. Один. Может, подцепил заразу. Пулеметик, давай. Работай, родной. Чтоб тебя, там еще какой-то клещ завелся. Нормально, хорошо, ребят. Патронов пока что вроде не хило. Должно хватить на каждого петушка, который тут бегает. Иди ко мне. Стой, мужик. Вот так вот. Черт, может, он подцепил, ребят, заразу какую-то. Вот реально какая-то жесть. Чувака, который каждый раз говорит, это что-то, по-моему, не то. Творит с ним. Будет только один. Даже подбирать не буду, ребят, ничего, вот не надо. Давайте вот зачистим. Сперва пройдем по периметру, а потом уже полезем наверх. Потому что мне сюрпризы не нужны какие-нибудь там. В виде пришлого такого монолитовца или кого там. Давай ты, Иван, мужик, я понял тебя. Кстати, очень жалко, что у меня уже немного подозносился экзоскелет. Ну, в принципе, можно подобрать тот экзоскелет. Я не знаю, ребят, нужно ли, не нужно. В принципе, я подберу потом его, когда пойду уже, наверное, обратно. Если представится такая возможность. Потому что я когда был на кордоне, когда мы встретили Александру, он прям такой быстро взял нас за руку и потащил, да, в лесную чащу. Это было немного как-то
неожиданно же, и это нужно учитывать, делать сохраночки и так далее на такие важные случаи. Может, ты подцепил какую-нибудь заразу, я... Может, подцепил заразу Да-да-да. Твою мать, ты чё я подобрал? А какого хрена? Он вообще хреновый. Ребят, ну это ладно тебе, хорош. Так, я вижу какого-то желтого чувака, но мне кажется, он находится где-то... Дверь закодирована. Да ладно. И ещё скажи мне, что нужно было декодер какой-нибудь взять. Итак, друзья, я возле монолита, и гляньте, кого я тут встретил. Какого чувака? Оба-на, молится с тревог, ё-моё, что ж ты делаешь-то? Где я? Кто здесь? Ах, как хреново. Эй, сталкер, очнись. Ты случаем не стрелок? Фух, уже лучше. Да, стрелок я. А ты кто такой? Я Хемуль. Мне дал задание доктор, чтобы я нашел тебя. Он говорил, что ты где-то на севере зоны. А, оказывается, так и есть. Доктор, а где он сейчас находится? Я помню, как я нашел своего брата и дал ему телепорт. Потом следопыт был ранен, и мне нужно было бежать от большого выброса. Ничего себе история. Так, так ладно, доктор сейчас находится на болотах. Вижу, тебе немного хреново. А, может, к военным на вертолет сядешь и полетишь? Нет, я уж сам как-нибудь выберусь отсюда. Ты можешь идти, и спасибо, что смог меня пробудить. А то бы я тут вечно был в трансе. Да ладно, не за что. Все, я пошел. Мне нужно военным сталкерам помочь. Может, подцепил заразу какую-то. Задание выполнено, ребят. Человек-легенда. А новый путь-то где? Ё-моё, новый путь. Давайте сверимся. Узнать, что случилось с Динкой. Ну, ребят, давайте сейчас я попробую чисто сохраниться и подойду к монолиту. Ну что, проверим, что будет-то, какая концовочка. Ну, конечно, наверное, меня завалит... Куча, ребят, металлолома, да? Я, может, подумал, мало ли что... Мне богатство. Богатство ему дай. Я, может, и факт легенда. Вот спасибо, мужик. Да не за что. Если тебе нужна будет помощь, то помогу, чем смогу. Да, есть такое. Я своими сталкерами прорывался сюда, и теперь мы в тупике. Нам нужно попасть в некую... лабораторию под названием Сектор 13, но чтобы попасть, нужен один прибор. Под названием декодер. Повезло тебе, Хемуль, декодер как раз при мне. Забирай. Но верни мне его потом. Хорошо, ребят. Вообще отлично, хорошо. Так, посмотрим, что за артефакт он нам дал, во-первых. Артефакт легенда. Это, ребят, подождите. Давайте-ка. Что он нам дает? Гляньте, здоровье плюс 300. Выносливость 182, радиация минус. Это вообще... самый редкий артефакт в зоне. Артефакт образовался в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. И в тот же момент раскололся на несколько частей. Считается, что его не существует. В целом, положительно влияет на иммунитет человека. Шикарно. Так, и декодер, ребят. Декодер, он нам дал счетчик Гейгера. Нечто вроде мощной электронной отмычки. Похоже, что она создавалась с целью взломать какой-то специфический электронный замок. Как ни странно, конструкция не подразумевает универсальности. Оно создавалось для конкретного замка и не способного взломать какие-либо другие коды. Что ж, ребят, отлично, как сейчас складывается. Давайте по заданию. Ага. Ну все, спуститься в сектор 13. Итак, ребят, погнали уже в сектор 13. А вроде я подошел, тут потыркал, ё-моё, и декодером дверь открылась. Узнать, что там, и помешать тем, кто что? Узнать, что там, и помешать тем, кто создал группировку хозяева зоны. Поговори с призрачным. Война идет. Продолжение, ребят, войн. Вау, подождите, а чё ты как так прошел-то? Тихо. Мужик, тихо. Ох, ребят, война! Тихо, давай голову подставляй сюда. Черт, там этот еще летает, полтергейст за нами. Вон он, гаденыш. Так, кровосос, иди-ка сюда. Нормально, ребят, валим. Уничтожаем. Караем. Ты кто такой? Хорошо прилетело, да, мужику? Да откуда вы беретесь? Вы что там, плодитесь, что ли, прям на месте? Так, ребят, 26 человек и нас всего лишь тут несколько. Но я думаю, заварушка такая нехиленькая. Ладно, пойдем мы сейчас, пожалуйста, по дороге мы пойдем. Но вместе с чуваком, с Артемом, да, вроде его зовут. О, чуть своего не убил, извини, мужик, вообще извини, я не ожидал. Ты сам виноват.
Вообще какая-то, ребят, трешанин, еще Линкин Парк включили, и вообще полный жесть. Так, прям какие трансформеры прут, да? Нормально. Ё-моё, куда теперь, куда? Тут, походу, тупик. Нужно идти куда-то вниз там. Вроде бы. Чуваки, чуваки. А ты кто, не покойник думаешь? Думаешь, все будет очень хорошо? Нет, мужик, я знаю, что сейчас тебя привожу. Ребят, прикиньте, бегал я, и смотрите, кого нашел. Вон та желтенькая точка. Погнали, быстрее. Поговорим с этим человеком. Где? Не здесь. Динка, ё-моё, привет. Эй, что с тобой? Ты в порядке? Вроде все нормально. Я думала, они меня прикончат. Все, можешь об этом не думать. Надо выбираться отсюда. Поговорим на базе военсталкеров. Судьба Динки. Задание выполнено, ребят. Ну что ж, мы спасли нашу бабоньку Динку. Теперь что, нужно помочь мужикам. Погнали. Ребят, как я понял, нам нужно в шахту лифта и забраться на третий этаж. Погнали. И мы посмотрим, это кто это такой лежит. Юрик нудный. А это кто тут? Воу-воу-воу, тихо. Ничего себе. Тушканчик прилетел какой, да? Ему страшно-то какой, ладно. Нам, наверное, на третий этаж нужно. Потому что другие двери забаррикадированы. Давай, ты уже мужик. Отлично, третий этаж, ребят. И, наверное, в ту тайную комнату нужно. Глянь, тут ребятушек уже положили. Ничего себе, ты бронетанк какой. Данька, чувак. Мастер прям какой-то. А нам-то куда, ребят? Нам, наверное, наверх. Ну давай. Доктор Кляйнер, что, тебя приложили? А, профессор Громов, ребят, подождите, мы пока что не будем читать. Я хочу побегать, посмотреть. Я уверен, что если я возьму ПДА, то там что-то...